Здравствуйте, ребятки! Сегодня мы будем играть на одном из любимых персонажей. Я люблю этого персонажа очень сильно. За его мобильность, да и вообще за его урон, который чистый. Вообще классный перс. Мне он очень импонирует. Я не саппорт, пишет. Добро пожаловать, ребята, в типичный паб. Не смеши, дружище. У нас ЦК саппорт. Вот это приколы. Так, ладно. А кто на миде? Я буду на миде? Окей. Я стою на миде. А, ты стоишь, но ты умираешь, ты в курсе? Или ты хочешь жить? Хочешь жить? Ладно, хочешь жить, живи. Раз уж ты хочешь жить, друг, не буду тебе мешать. Катка на самом деле будет противная и очень жесткая. Потому что очень противные герои у наших противников. Очень противные герои. Мы двое милишников стоим против Авивер, что... А, здесь же еще здесь Рики еще, кстати, да, Рики здесь с нами стоит. Точнее, против нас. Он вместе с Вивером сейчас стоит в инвизе и ждет, когда бы крысануть. Давай я буду фармить, а, друг? Будет нормально, я тебе говорю. Суджа, бля, контри, снайпер. Так, надо подключить чат, а то что-то мне это не нравится. Да я буду фармить, дружище, не надо мне мешать. Пацан не умеет фармить и просит у меня фарма, дайте ему. Мут, сразу мут. Просто, ну, типа ты не умеешь фармить и просишь фарм. Шватапак. Это типичный пар. Подходи, Вивер. Вивер, не хочешь? Не хочешь подходить, да? Может, ты отвод сделаешь, а, дружище? Ай-яй-яй-яй. Вот это был мой фейл. Я, короче, вообще жестко сейчас. Промахнулся. Так, конечно же, нам нужны арканы. Лол, он... Вот ты мне будешь мешать, короче, и сам фармить не будешь, понимаешь? Не хочет Вивер ошибаться. Вивер не хочет ошибаться. Жаль. Ну, мне нравится то, что он меня не дамажит. Ну, типа он бы мог меня харасить, КД, как я подхожу, но он этого почему-то не делает. Мне это нравится. О, он начал. Молодец. Ага. Так. Есть контакт такой. Стан, дай, он умрет. Виверу стан, дай, он умрет. Красава. Забожил, чувачок. Молодец. Если бы еще не мешал мне фармить, вообще было бы круто. Вообще было бы шикарно просто. Скоро аркана будет. Вивер особого желания не проявляет меня дамажить. Ну и классно. Вообще чувствую себя свободно. Практически фрифарм. Аркана есть.
Иди ко мне, помажу тебя. А, ты целый, я понял. Можно, кстати, можно что-нибудь с ним сделать. Можно надо дамажить его жестко. Кинем ему стан, сейчас у него пол столба отлетит сразу. Не хочет. Наш друг ничего делать не хочет. Лол! А что, я промазал по дереву? What the fuck? Ну вот фласочку потратил свою, пацан. Сейчас аркана скоро будет. Еще один такой разочек, а у него фласочки уже нету. Можно станчика давать ему еще раз. Ах ты лол, он не ко мне побежал. Хитро жопа, сука, Вивер. Да нафиг ты под пушку прешься? Забей на него вообще. Лол, да что такое? То ли анимация не проходит, то ли я хер его знаю, что происходит. Сейчас аркана будет. Если высунется, сразу ему станы кидай. Кидай! Красавчик. О, смотри, тут тоже можно наказывать. Есть стан? А, у тебя маны не хватает. Скажешь, как стан появится. Пуджа тоже можно забирать. Пудж кто такой? Его тоже заберем. Мы всех будем. Сейчас с аркана будет. Мне кажется, они ушли. Можно Вивера джахнуть. Он тебя, кстати, видел. Вивер тут. Надо было останавливать. А вот и пуш, ребята. Давайте наказывать его. Было. Лол, что вы творите, ребята? Только не умираете. Валите на базу. Хотел фласку, короче, отдать, и мискликнул, сам заюзал фласку. Хотел фласки дать снайперу, а в итоге сам выпил. Короче, блин, не привык я еще к новой клавиатуре своей. Ну, уже получше. Первые дни я вообще страдал. По этому поводу. Мне жутко было неудобно, если честно. Ой, Вивер сейчас горе хапанул. Пол столба отлетело у пацана сразу. Красава, друг, красава. Не растерялся, характер проявил. Все нормально. Нормульненько. Апните куру, пожалуйста, кто-нибудь.
Ну давайте посмотрим, посмотрим, кто на что способен. Чем надо? Я вас распилю, суки. Все заберу себе, ничего вам не отдам. Лол. What's the fuck? Fuck, fuck. А, Эмбер, фарми. Эмбер, да ты вообще на нас забей, иди фарми. Вообще даже на нас внимания не обращай. Фарми, друг. На 40-й минуте выйдешь, подерешься. А сейчас смысл какой тебя высовываться? Никого нет смысла. Хоть как-то пушим, да? Че, все шашки? Че, вы шашки испугались, что ли? Мне нужна руна. Мне нужна руна. Она была пока всегда тут, ее здесь нету. Я кто-то забрал. Какая-то сука забрала мою руну. К нам идет Пудге, ребятушки. Теперь самое время отступать. Слушай, сделай мне отвод, а, ЦК, я пока это... Сделай отвод. Ладно, все, уже поздняк, не успел ты. Че, пойдемте, давай тебе этот мид спушим. Можем ведь. Лучше 8 левела. Твою мать, че, охерел что ли? Распилил как суку. Воу, а ну сюда иди. Изи. Мы герои, которые вообще не пушабельные. Ну, блин, разве что там, я не знаю, этот, как его. Ну, снайпер может, типа, короче, там понадавать что-то. Ну, и то, когда у него артефакты будут. А так, вначале мы вообще не пушабельные и сносим две вышки. Это замечательно. Просто превосходно. Давайте теперь верхнюю вышечку и нормально будет. Привезем ее. Нам остается совсем чуть-чуть до Блудстоуна. Совсем чуточку. Чуточку. Короче, в итоге должны были пушить эти они. Ну, вообще, по идее. Потому что у них там типа акс, они по аксам между вышек становятся. И типа, короче, линия пушится офигенно. Но получилось как-то все иначе. Получилось так, что пушим мы. Так вот.
Ай-яй-яй, снайпер, что ж ты делаешь? Так, ребята, я, короче, в таверну за Блудстоуна. У тебя ботл полный, оставь мне руну, окей, Эмбер? Друг, ты же мне друг. Я верю в тебя. Думаю, ты хороший парень. А, руну забрали, отлично. Руны-то уже нет. Сколько мне не хватает? 3300, твою мать. Твою-то мать! Почему драка без меня? Не надо драться без меня. Ах ты, сученыш, не сюда побежал, зараза. Хитрожопый инвизни. Хитрожопый инвизни, сука. Достану? Не достану. Ладно. Раз уж не достану. Кто у нас там внизу хочет получить по щам? Вивер хочет получить по щам. Виверу нельзя давать собирать Линкин сферу, а то он начнет творить грязные вещи, которые вообще, короче, мне не будут нравиться. Поэтому с Вивером надо что-то делать. У него есть ульта, ну, блин, будет классно, если он не успеет среагировать. Отлично. Не успел среагировать. Он не верил в то, что я смогу нанести столько урона ему. Биверок, блатной, 3 семерочки. Кто руны забирает? Я, короче, пошел драться. Пойдешь со мной? Как мужик. Один на один. Ладно, не один на один. Ладно, я обманул. Не хочет. Акс не хочет, он от меня убегает. Не хочет так сдраться со мной. Да что ж такое, все руны забирают. О боже, ты меня убил, Акс. Теперь я точно умру, придется бежать до базы. Что ж мне делать с этим? Распиливаем лес. Будем пилить его полностью. Круто с Блудстоуном. Однако. Но не хватает блиндаггера мне. О, великий блиндаггер, ты могуч. Ты творишь страшные вещи. Ну почти. Ух! Вот это маны дали. Уджик! Уджик хочет умирать. Надо драться, надо бить лица. Давай Акса бить. Бьем, бьем лица. Лица надо бить, ребята. Бам-бам, Биглоу, есть даггер, отлично. Веселье продолжается. Вивер, стой, не убегай. Сейчас маны тебе дам, Эмбер. Будешь крутым персом. Блин. Грёбаная сава. О, моя курица с блиндаггером, ёлки-палки. Я как всегда забываю про курицу. Я всегда про курицу забываю.
Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну что, я думаю, мы переживем потерю нашу с блиндагером. Да нет, я уверен, мы переживем этот момент. Ой, Аганим, слушай, я совсем забыл про обнову. Тимбер же у нас теперь крутой. Ну и как ты выжил, сучонок? О, там деревьев уже нету. Ни одного, ни одной ветки не осталось. Ну почти. Если бы, кстати, Вивера попал бы, можно было бы его запилить. Запилите. Ну пойдемте вышки заберем вот здесь внизу, пацаны. Чего вы там морозитесь на миде? Пропилим себе тропу. Будем пушить. СС. Мощненько. Чё там, не запилил никого? Ну, ладно. На тебя. Держи. Ух ты. Ну зачем? А затем, что ты тоже с ботлом. Конечно, это же Эмбер. Эмбер всегда с ботлом. Эмбер. Так, скоро мой дагер очнется. Меня это радует. Как может не радовать дагер? Великий блиндагер. Так, что у нас там у противников имеется? У нас там Абадон решил в кэри качаться, я так смотрю. Они, короче, все походу в кэри будут качаться. Даже Пудге. А чё, давайте, забирайте. Не, не хотите? Хотите. Пойдемте что-нибудь делать. Надо что-то делать, пацаны. Нельзя так время тянуть. Надо что-то сносить. Нам нельзя время тянуть. Хотя у нас лейт тоже, я хочу сказать, нехилый. Но, блин, у них там, я думаю, пожестче будет. Если честно. Мой дагер. Отлично. Тихо, 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 не бейте, пацана. О, это было мощно. Ай-яй, не достали, не достали, не достали. Лол, лоша. Ага, спасибо. Стой, сучонок. Нет, я хочу жить. Лол. Лол.
Я что, умираю? Я живу? Правда? Я жив. Аллилуйя. Фух. Это была потная каточка. Нелегко было. Однако. Так, короче, от батла я уже избавляюсь, потому что он мне нахрен не нужен. Я покупаю 3 таких артефакта. И буду покупать аганим. Дополнительная пила нужна. Потом, да. Я думаю, буду творить грязь какую-нибудь. Какую-нибудь страшную грязь. 50 монет. Дофармим, ладно. Дофармим 50 монет. Все. Даже 200, даже соточка. Сотеночка. Сейчас будем драться с кем-нибудь. Абадон. Да с Абадоном, кстати, драться можно. Он от меня хер убежит, я думаю. Думаю, что эта тварь от меня не убежит никуда. О, великий Абадон. А ну-ка, иди-ка сюда. О, привет, друг. Что такое? Не ожидал, Абадончик. Да, меня напидели. Буду Тараску варить нафиг, чтобы был бессмертным. Чтобы было пофиг на всех. Ты да хорош Рики фидить, вы что, вообще больные что ли? Вообще тронулись. Нашли кого фидить. Привет, дружок. Ну, почти. Почти. Давайте, ребята, надо сторону сносить. Понимаете, о чем я? Сечешь, о чем я? Да давай убивай его, че тупишь? Понимаю. Что вы творите, а? Походу бежит за нами. Крыса жадная. В натуре крыс какой он, а? Надо, короче, гем покупать. Я гем покупаю. Гемушка. Ой, за... этот куру можешь забрать. Там гем, кстати, в ней. Короче, гем ко мне летит. Великий гемушка.
все, короче, сейчас идем и сносим, ребята. Гем у меня. Так что Рики убиваем первым. Вот, молодец, снайпер. Правильно, фить, фить. Фить. Ай, не дотянулись. Давайте все ко мне, ребята. Все ко мне. Кто там сзади тебя бежит? Вот, Вивера давайте. Блин, я думаю, лол. Я думаю, чё я не бьюсь? Вот, 600 голды нам дали. Трипл килл. Чё, пойдем сносить? Сносим. Зачем ты скилл тратишь? Да у меня гем, что ты эти варды ставишь? Дурной что ли совсем? О, фидер. А чё вы убегаете? Да нафиг он... Нафиг он вам сдался. Давайте сторону сносим. Ой, как страшно. Ой-ой-ой-ой. Боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь. Рики, Рики. Ай-яй-яй-яй-яй. Домой бежишь? Я тебя прикончу, сучоныш. Отстаньте от меня, суки. Вайми, вайвай. Вайвай, вай. Боюсь, боюсь, блин. Боюсь, боюсь, блин. Подраться они со мной захотели, ишь ты, сучки. Сучата.
тут кто-то лазит. О, лол, ты сейчас сдохнешь. Тут всякие твари инвизные бегают. Ну хотя ладно, у нас гем, поэтому будем надеяться, что ты будешь жить. Воу. Смотри, Вивер. Минус ульта. Хотя она откатывает там. Че, Вивер вас дрочит, да? Ой, точнее, Рики. Вот и все, нету Рики. Вверх. Ой, Вивер, Вивер. Здорово. Ой, как здорово. Веселуха. Тима Раков. Раков, ну да, конечно. Тима Раков. А у меня Тима как будто классная. Какие же раки. Они что, я не пойму, гем не видят? Спасать надо, пацана. Я не выживаю. А чего вы меня не спасли, предатели? Вообще, не дружу я с вами, всех в мут. Козлодой.